Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я Дубинина Ольга, и у меня мания вязания. В этом видео хочу показать вам крестообразный набор петель. При таком способе набора петель получается очень красивый наборный край. После того, как вы наберете петли таким способом, вы можете сразу приступить к вязанию лицевой глади, и наборный край не будет закручиваться. Также можно вязать при таком способе набора разнообразные резинки, и наборный край будет выглядеть аккуратным и красивым. Я очень люблю применять такой способ набора петель при вязании однослойных шапочек. Также этот способ отлично подходит для вязания разнообразных летних топов. Сразу после набора можно вязать любой ажурный узор. На примере вот этой шапочки, которую я связала для своего маленького внука, хочу показать вам, как выглядит наборный край. Несмотря на то, что в этой пряже, из которой я вязала шапочку, 75% хлопка, наборный край получается эластичным. Посмотрите, как он возвращает свою форму. Эту шапочку я вязала резинкой 2 на 2. Вот видите, как он выглядит? По-моему, замечательно. Будем набирать петли сразу на 2 спицы. Для этого отмеряем конец нити, как при классическом наборе. Это в том случае, если вам нужен наборный край не утолщенный. В том случае, если вы будете набирать петли с утолщенным наборным краем, вот этот конец нити вам нужно сделать в 2 раза больше. Делаем двойную ниточку. Двойная нить идет на большой палец. Нить от клубка идет на указательный палец. Вот этот конец нити придерживаем 3 пальцами. Набираем первые 2 петельки самым обычным классическим способом. Вот этот конец нити придерживаем правой рукой, чтобы он вам не мешался. Забираем петлю от большого пальца. Забираем ниточку от указательного пальца и продеваем сквозь петлю, которую забрали от большого пальца. Затягиваем. Набираем вторую петлю. Меняем расположение нити. Поддеваем ниточку с другой стороны большого пальца. Забираем нить от указательного пальца и вытягиваем из петли. Затягиваем. Петли у нас набираются парами. Теперь снова набираем первую петлю классическим способом. Ниточку забираем от большого пальца. Забираем ниточку от указательного пальца и протягиваем сквозь петлю. Затягиваем. Меняем расположение нити на большом пальце. Видите, она идет по часовой стрелке. Теперь поддеваем дальнюю ниточку от большого пальца, забираем нить от указательного пальца и затягиваем петлю. Снова набираем классическим способом первую петлю, меняем расположение нити на большом пальце, поддеваем дальнюю петлю от большого пальца, забираем нить от указательного и затягиваем петлю. Набираем первую петлю классическим способом, меняем расположение нити на большом пальце, забираем дальнюю нить от большого пальца, забираем ниточку от указательного и затягиваем петлю. А теперь я хочу вам показать свой способ крестообразного набора петель. Я набираю первую петлю классическим способом, а вторую петлю я набираю вот отсюда. Не меняя расположение нити на большом пальце, я просто заворачиваю вот так вот палец, придерживаю петлю, забираю ниточку от указательного пальца
и вытягиваю из петли и затягиваю. Еще раз покажу вам. Первая петля классическая. Вторую петлю я набираю вот отсюда и вытягиваю. Теперь затягиваю петлю. Набираю первую петлю классическим способом. Теперь поддеваю вот эту ниточку от большого пальца. Разворачиваю палец вот таким крючком. Забираю ниточку от указательного пальца и вытягиваю из петли. И затягиваю. Мне кажется, что таким способом более удобно набирать. Но это кому как нравится. Если хотите, набирайте, меняя расположение нитей на большом пальце. Если вам понравился мой способ, набирайте таким способом, как набираю я. Мне нравится мой способ, потому что он более быстрый. Не нужно менять каждый раз нить на большом пальце. Наборный край выглядит одинаково, как при способе, когда мы меняем расположение нити на большом пальце, так и при моем способе, когда я меняю положение большого пальца, а не нити. Сейчас я провяжу несколько рядов и покажу вам, как выглядит наборный край. Вот посмотрите, какой наборный край получается при таком способе. К тому же он еще и очень эластичный. Если вам понравился данный способ набора петель, забирайте к себе в копилочку. Спасибо за внимание. До новых видео!